расскажу вам про побочку, про одну лютейшую просто. Так вот и слушай. Вот когда ты выпиваешь уже баночку такую пятую, шестую заднюю за вечер, откуда ни возьмись появляется какая-нибудь дамочка на вечеринку, которая тебя сподвигает на курение сигареточек. А курение сигареточек вот со стимуляторами, даже вот с такими вот как L-карнитин и кофеин, приводит к паническим атакам, никому не пожелая. Так что, друзья, у вас 100% есть шанс, а я сижу плотно. Время от времени у меня удается завязать с энергетическими напитками, но лучше их бросить все-таки. Так что рекомендую вам задуматься о своем здоровье, пока еще не поздно. Всех обнял.